тут с землей сосравняли все могилами. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? The wing and landing gear of Prigozhin's business jet have been found, Russian media report. They fell 3 kilometers from the crash site into the river Lodizhenka, near the railway station Kuzhenkino, a few hundred meters from the place where the tail of the plane was found. This might confirm the version that the plane broke up while in the air. A black box was found at the crash site of Prigozhin's plane. Flight recorders were removed and sent for research. Molecular and genetic examinations of the bodies of the dead are also being carried out. Officially, none of them have been identified yet. Today Lukashenko made a statement about Prigozhin. Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. One of the Russian cemeteries in Samara, which belongs to Wagner PMC, has undergone radical changes. The crosses and wreaths have been piled up, machinery is working, and the graves have been flattened to the ground, local residents said. Reportedly, the whole territory is going to be poured with concrete, and a black pyramid is supposed to appear on the place of each grave. But for now, the cemetery is simply being destroyed. In April, terrorist Prigozhin visited this place to unveil a monument dedicated to the victims of the special military operation. Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? Вот здесь вот все кресты ребят, которые погибли. Вот, 23-й год. Обратите внимание. Вот. Ребята, вот 23-й год. Вот, все здесь вот сложено. Венки вагнеровские все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев. Вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки, кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы. Вот здесь сейчас вот щебень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожин открывал обелиск. As a result of Putin's systematic dismantling of PMC Wagner, the Kadyrovite Uber Spetsnaz soft commando with the call sign Sting, seen wearing his trademark galoshes and ammo satchel Kodsak armor, is all that now stands between the Ukrainian forces and the Kremlin. Russian propagandist Martin is convinced. Western media think the Kremlin might be behind Prigozhin's plane crash because they received instructions to think so. Why does everyone think the Kremlin would do that, he wonders? Вот открываете любую западную газету, они сегодня были опубликованы в гигантском количестве. Я пробежался по десятку, посмотрел. Первая мысль: у них есть методичка. Ну, то есть вот им по электронной почте всем разослали методичку, и все западные газеты подготовили первую полосу о том, что Путин расправился, значит, с самым известным российским диссидентом. Но это хуже, чем методичка. Никакой методички нет.
это просто, ну, говоря по-простому, тупость, невежество, необразованность, в принципе, и средств массовой информации, и людей, которые работают с общественным мнением на Западе. То есть они находятся вот в одном нарративе много десятилетий. О том, что Кремль — это некая демоническая сила, которая способна вот только мстить, только расправляться со своими врагами. То есть в другой логике они к Кремлю в принципе вот даже не предполагают, что она может быть. Это на первый взгляд выглядит странно, но это так. Russian propagandist Soloviev has also been instructed to hint that Prigozhin's death has something to do with Wagner's activity in Avtika. И не случайно Владимир Владимирович, встречаясь с Пушилиным, отметил же, да, эту тему, что вот важная государственная задача. В первую очередь, гибель Пригожина необходима тем колониальным странам, которые страшно боятся активности Вагнера в Африке. Это в первую очередь выгодно им. Если они для этого там наняли и подготовили украинцев или не украинцев, или сделали сами, это вопрос второй. Но очевидно, что сейчас, когда идет война за Африку, и мы это видим, и Нигер, и остальные страны, то там роль музыкантов очевидна. И здесь сейчас нам надо думать, что делать. Потому что мы же с чем столкнулись? Мы столкнулись с тем, что традиционные формы дипломатии в современном мире уже недостаточно эффективны. Вот эту нишу заполняли музыканты. И очень активно, очень уверенно решал государственные задачи Евгений Викторович Пригожин в Африке. Вот сейчас нашему государству очень важно не потерять, если угодно, перехватить инструмент, не потерять Африку. Вот африканские лидеры, они уже говорят, у нас контракт со страной, мы готовы со страной. And while Russian soldiers are dying in Ukraine, Putin's yacht was towed across the Arctic Ocean to Sochi because of sanctions, an investigation showed. Putin managed to save his 82-meter yacht Graceful, worth $100 million from arrest in Germany. Since the vessel was not ready for delivery, it was towed to Sochi across the Arctic Ocean, having previously been well stocked with materials to continue repairs. This information was discovered by the investigative team of politician Alexei Navalny, one of Putin's yachts. The $400 million Scheherazade was arrested in Italy. But Graceful was towed to Kaliningrad from the Blohm plus Voss shipyard in Hamburg, a month before the invasion into Ukraine. Thereupon, it was decided to make her a new yacht for the president, which had to meet the growing demands of the master. Thanks for watching. And don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.